Сегодня по благословению епископа Покровского и Николаевского Пахомия в Балаково прибыл ковчег с мощами преподобного Серафима Саровского Чудотворца. Поклониться ковчегу пришли десятки верующих. Они совершили молебен в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который расположен на улице Набережной Леонова в 3-м микрорайоне. Молебны с акафистом преподобному Серафиму будут совершаться у святых мощей ежедневно в 9 часов и в 16 часов. Святой Серафим почитается как целитель различных болезней, но помимо заболеваний, которым подвержено человеческое тело, молитва святому способна зарубцевать и душевные раны. Святые мощи будут пребывать в нашем городе до 30 декабря. В этот день в 16:00 после молебны ковчег будет увезен из Балакова.